спектакле «Вышел ангел из тумана» актеры Кустанайского областного русского драмтеатра играют большую семью, где два брата давно друг друга недолюбливают, а их мать ищет способы помирить, причем обращается за этим к силам небесным. Это притча о нашей морали, тема, наша мораль, наша нравственность, наши, увы, размытые сегодня нравственные критерии. Это взаимоотношения родителей и детей. Это трагикомедия. Это и горько, и смешно, и очень печально. Это современная история с современным языком. Они украли у меня роль! Ну не говори глупости, Рита, как это можно купить роль? Правда, благодаря автору, режиссеру, художникам, актерам, обычная, на первый взгляд, история превращается в фантастическую. Мать, готовая на все, чтобы помирить сыновей, поселяет в своем доме бомжа с фанерными крыльями. Пожилая женщина принимает разжалованного священника за архангела Гавриила. Его играет Олег Смирнов. Она интересна своей глубиной и какой-то своей простотой. Какой-то... Вроде обыденная ситуация, но она вскрывает такие какие-то пороки людей, которые, ну, все об этих пороках знают, и, может, они встречаются очень часто, но от этого мы их меньше замечаем. Режиссеры и актеры готовили историю о вечных ценностях полгода. В русском драмтеатре надеются, что спектакль понравится кустанайцам, ведь он раскрывает секреты мира в семье и подскажет, как научиться прощать близких людей, даже если они неправы. Уже завтра в театре состоится премьерный показ спектакля «Вышел ангел из тумана». Алексей Басарнов и Татьяна Калюжная, РТН.